перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, ребятки. С вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть Тести Блю. Так, ребятки, опасные приключения. Акулы ждут нас. Поехали! Так, ребятки, давайте начнем с вот этих маленьких медузеночков. Меня медуза, ребятки, укусила, чтобы вы понимали. Если вы знаете, что такое укус медузы, это может быть смертельный укус, потому что она кусается, ребятки, электрическими разрядами. Так что нужно быть более внимательными. Ай-яй-яй-яй, укусили меня опять. Ребята, стоит понимать, что с каждым укусом мой дельфинчик становится все меньше и меньше по росту. Потому что как только я... меня кусают, я сразу становлюсь масеньким. Так, кто-то меня раскусались. Медузенки и медузята. Так, ребятки, давайте не будем обращать внимания на огромных и будем наконец-то наслаждаться. О, ребятки, посмотрите, мы уже достаточно выросли, и теперь мы полностью наслаждаемся медузовым вкусом. Ням-ням-ням-ням-ням, какие же медузята вкусные, ха-ха-ха. Так, давайте вот этого сидим, вот этого, вот этого, вот этого, вот этого и вот этих. Все, ребятки, отличненько. Мы с вами прошли этот уровень, и мы продолжаем с вами играть дальше. Погнали, следующий уровень у нас, ребяточки, какой. Ого, здесь акулы и русалки, и русалы. А начнем мы, пожалуй, ребятки, с рыбок, с вот этих маленьких. Давайте их будем кушать. Так, вон, ребята, еще моржи какие-то плавают, но эту рыбку я пока не могу кушать. Мне еще нужно покушать маленькую. Даже птичек не могу кушать, ребят. Ой-ой-ой, там лодка. Надо быть более аккуратным и более бдительным. Потому что меня могут сразу же съесть. О, ребятки, вот посмотрите, сколько рыбы. Давайте насладимся нею, пока мы довольно-таки маленькие. И потихонечку будем расти, как говорится, вперед, вперед и еще раз вперед. Вы видели, как я на рыбу прыгнул, а она упала под воду. Посмотрите. Сейчас я вам покажу. Ага, под водой летает рыба, посмотрите. Вы такое видели когда-то? Так, давайте еще раз. О, все, ребята, я научился хавать рыб. И от меня теперь ни одна... Ой, рыба, птиц. И от меня, ребятки, ни одна птица теперь не уйдет, потому что я довольно-таки прикольный чувак, который хаваю всех птиц подряд. Ням-н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 ям
Эу, ребята, дайте мне, пожалуйста, насладиться. Так, ребятки, давайте ниже, там... О, тут для меня, ребятки, есть рыба. Так, тихо, давайте вот этих тюленей как-то аккуратно мы будем с вами. Аккуратненько обплывать, чтобы они нас не съели, потому что они сейчас довольно-таки еще большие и с легкостью нас могут съесть. Ну, а я хочу, ребятки, заметить, что мы должны вырасти до такого уровня, что просто-напросто посъедать вот этих русалок, которые все у нас есть сейчас. Это в первую очередь русалки, ребятки. И кроме русалки, здесь еще есть русалы, мужчины и, ой-ой-ой, тюлени еще есть. Вот, я думаю, вот так вот. Вот тюлени. Это то, что именно нужно мне, ребят. Ням-н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 ям. Вот это вкусно. Вау! Отличненько. Чаечки — это то, что мне нужно, ребят. Я обожаю кушать чаек. Так, когда я уже начну кушать этих русалок? Если я начну кушать русалок, ребятки, то я начну расти гораздо быстрее, нежели я сейчас. Потому что сейчас я довольно-таки маленький чувачок. Маленький. И особо ничего такого продуктивного я не могу сделать. Отлично, ребята. Мы начали хавать русалок. Русалов. И это просто отлично. Ха, водоросли. Посмотрите, ребятки, как мы быстро выросли и сколько их здесь. Ого, и новые лодки появились, ребятки. Там на парусниках плавают люди. Так, тихо. Давайте поплывем. Ого, сколько их. Скоро мы сможем, наверное, кушать, ребятки, не только русалок, но и водорослей вместе с тюленями. Вот этими, которые плавают здесь. Или морские. Ого,
Посмотрите, мы сколько всего съели. Ого, вот это мы огромная рыбеха. Мы самая огромная рыба в мире, вы только посмотрите. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Всех русалок съели, всех кораблей. Отлично, ребятки, мы прошли этот уровень, и это просто, ребятки, отлично. Так, давайте продолжим нашу игрушку. Переходим на следующий уровень. И здесь у нас что? И здесь у нас, ребятки, мы с вами пока еще... Ага, ребята, посмотрите, как прикольно. Здесь нам надо воровать будет жемчуг. Перла. Так, ой-ой-ой, меня укусила. Ракушка меня при задницу мою прищемила. Да что ж ты будешь делать, а? И вот так вот по чуть-чуть мне как-то надо, ребятки, ориентироваться. Да что ж ты будешь делать? Укусила меня еще раз. Почему я не смог только что забрать? Мимо, что ли? И опять мимо. И опять меня укусила. Так, ребятки, я сейчас 11 сантиметров. Я довольно сейчас-таки маленький дельфин. И для того, чтобы мне расти, мне нужно кушать вот такие вот жемчужные, ребятки, штучки. Да что ж ты будешь делать, а? Так, 13 сантиметров. Надо, чтобы поменьше меня кусали, ребят, потому что чем больше меня кусают, тем меньше я расту. Ребятки, опять меня укусил за задницу. Вот такую штуку. Давайте заберем его отсюда. Отлично. Плаваем, 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 плаваем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вау, отлично. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, 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 ребятки, вот жемчуг, вот, вот он, отлично, нас уже 16 сантиметров длина, ай, опять нас укусили немножко, но, тем не менее, это лучше, чем ничего, я вам хочу сказать, ребят. А где жемчуг? Еще дайте жемчуга, отлично. Отличненько. И еще хочу, мало мне, мне все мало, мне надо больше. Ребят, я 18 сантиметров, я уже потихонечку расту, и я думаю, что скоро вместо жемчуга я уже буду кушать вот эти ракушки сам. О, отлично, ребятки, я одну ракушку съел, и вторую, и третью, и прошел таким образом уровень, и это просто, ребятки, круто, не правда ли? Так, поехали, ребятки, дальше. Ням-н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 ям
сразу. Вы просто не понимаете, как это вкусно. Это настолько, ребятки, вкусно, что это просто. Ням-ням-ням-ням. Какие-то такие рыбочки здесь плавают. Ну, довольно-таки вкусно. Ой, да еще и крабики есть, ребята. Ой, там осьминог, ребята, он меня щупальцами кусает. Ай, да, видите, я только к нему дотронулся. И он меня автоматически укусил. Так, отлично, крабиков я люблю, они очень вкусные. А кроме крабиков я люблю вот таких рыбочек. Давай-давай, давайте забирать. Крабики все ползут, они что, не видят, что они ползут в логово этого осьминога, что ли? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. О, черепаха, отличная. Черепаха очень вкусная на вкус, ребятки. Довольно-таки ням-ням-ням-ням-ням. Я думал, что она будет не такая вкусная, но оказалась вкуснее всего. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, ребята, я съел главного осьминога. Главного осьминога сегодняшнего вечера я схавал. И он за это мне, ребятки, ничего не сделал, потому что он у меня в животе. Ха-ха-ха. Так, поехали дальше. Поехали дальше проходить следующие уровни. Так, а что это такое у нас? Здесь мы плаваем. Вот у нас есть синие киты. До дна нам не достать, потому что довольно-таки высоко. Зато мы можем кушать маленьких акулят. А также вертолет. О, вертолеты СМИ, ребята. Вертолеты, которые следят за мной. Которые хотели уничтожить меня довольно-таки давно. Но истребители я пока не могу, ребятки, уничтожать. А также киты меня кушают. Так что давайте пока будем наслаждаться вертолетами и лодками.
и акуленками маленькими. Думаю, что скоро начну истребителя есть. Отлично, я съел все-таки истребителя. И теперь мне никакой истребитель не помеха. Даже синих китов я начал кушать, ребята. Только посмотрите. Вы только посмотрите, ребятки, как я хаваю вот этих китов. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично. Ой, синий кит еще мне пока недоступен. Зато, ребятки, я могу выскочить сюда. Ого. Вы видели, ребятки? Истребитель уничтожил своего вертолета. Все, я синего кита могу хавать, ребят. И только посмотрите на это. Ого. Что это за такое? Самолеты большие. Ого, это что такое? Что это такое за город целый? Ребята, мы съели весь город. Ха-ха-ха, вот это мы огромные. Мы 45 метров в длину. Я вам хочу сказать, что после того, как мы сейчас немножко еще подрастем, мы с вами... О, уже подводные лодки, ребятки, начали охотиться с ракетами. Или что это за торпеды? Кто их бросает? Наверное, подводные лодки этим занимаются. Да, вот они, ребятки, эти подводные лодки, которые пытаются меня уничтожить, но мы, ребятки, не сдаемся, и мы плаваем там, где хотим, и кушаем все то, что хотим. Они уничтожат сами себя, ведь только если будут так, ребятки, управлять. Я уже могу плавать, ребятки, пассажирских самолетов. Вы видели? Они довольно-таки вкусные. Давай, давай, Юра, отлично. Я съел много всего. Отлично, ребятки. Отлично, отлично, отлично. Мы самые большие. А даже подводную лодку мы съели, ребятки. И это просто круто. Так, ну что ж, дорогие друзья, это все, конечно же, круто, но сегодняшний выпуск, ребятки, на канале Вечное Детство подошел к концу. Обязательно подпишитесь на мой канал, ребятки, если вам понравилось это видео, поставьте пальчик вверх и напишите какой-нибудь комментарий, мне будет очень приятно. А с вами был, как всегда, Юра, ребятки, вы были на канале Вечное Детство, ребята, пока-пока в следующих выпусках.